От ветеранских организаций и поселений района в конференции принимало участие более 100 делегатов. Среди почетных гостей – руководители регионального совета, участники войны, представители силовых ведомств и наиболее уважаемые граждане муниципалитета. От имени главы района Андрея Иванова председателю совета ветеранов Московской области Виктору Пикулю был вручен альбом «Одинцовский край». В ходе конференции не только подводились итоги работы, обсуждалось взаимодействие с муниципальными властями и государственными органами, вопросы социальной поддержки ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи. Ради этого благородного дела ветераны идут в школы, лицеи и гимназии нашего района, участвуют в создании музеев боевой славы, вместе с молодежью ведут поисковую работу на местах сражений Великой Отечественной войны, увековечивают память воинов, не доживших до сегодняшнего дня. В нашей организации ветераны разных профилей деятельности, но всех их объединяет любовь и преданность Родине. В ходе конференции также прошли выборы председателя Совета ветеранов Одинцовского муниципального района. Им вновь на очередной пятилетний срок был избран Николай Якушев. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».